Анонс и точная дата выхода 26 серии турецкого сериала «Одинокий волк». 26 серия сериала выйдет в эфир 18 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Алтай, оказавшийся в сложной ситуации перед государством с заговором Халита, должен, не теряя времени, узнать имена террористов. Доган и команда Илдарима из разных направлений предпримут действия, чтобы спасти Алтай от этого заговора. Пока Доган преследует тех, кто сделал эти новости, Минет и Барыш взломают сеть поддельных паспортов, чтобы найти имена террористов, обученных запускать ракеты. Но при этом Барыш и Минет попадают в неожиданную ловушку. Однако на повестке дня появился новый вопрос. Помимо турецко-греческой войны, стремление Турции добиться признания другими странами Северного Кипра. Мерьем тоже не молчит перед лицом этой несправедливости, от которой страдает Алтай. Она поможет ему. Она соглашается предоставить список имен Алтая, разыскиваемых в фонде. После переезда Мерьем Алтай сдается полиции и больше не скрывается правосудия. Когда Алтая берут под стражу, у него появляется неожиданный гость. Его дядя Халит Йылдырым. Халит Йылдырым приехал к Алтаю не с пустыми руками, а с интересным предложением. Сможет ли Алтай выбраться из этой ситуации? Что Барыш и Минет сделают, будучи пойманными в ловушку? Напомним, 26 серия сериала выйдет в эфир 18 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.